Автопатруль. Эй, эй, Сьюзи, просыпайся! Праздник наступил! С Рождеством! Интересно, что Санта-Клаус принес тебе? О, нет, Сьюзи! Твои подарки исчезли! Тебе стоит позвонить в автомобильный патруль! Они найдут их! Ребята, у Сьюзи пропали рождественские подарки. Сможете помочь? Почему ты думаешь, что кто-то украл подарки, Мэтт? Кругом кусочки разорванной упаковочной бумаги. Хорошо подмечено. Будем надеяться, вы сможете поймать воришку до того, как он откроет оставшиеся подарки Сьюзи. Похоже, что вор сбежал через заднюю дверь. А вот здесь след теряется. Гектор, как думаешь, ты сможешь выследить вора? Нашего воришку нигде не видно. Так, постой-ка, что здесь происходит? Эй, это же подарки Сьюзи! А вот и он, это проказник Тайлер, и он убегает! Нам стоит сообщить Мэтту и Фрэнку, где находится Тайлер. Мэтт, Фрэнк, Гектор нашел вора. Скорее следуйте за ним. Но почему вы остановились? Отлично придумано, Фрэнк. Тайлер говорит, что он украл подарки Сьюзи, потому что ему ничего не подарили. Мэтт прав, Тайлер. Подарки только для хороших машин. Непослушным они не полагаются. А вот и Сьюзи. Пора вернуть ей подарки, Тайлер. Тайлер расстроен, потому что ему не досталось ни одного подарка.
твоей радости, Тайлер, Сьюзи – хорошая машинка. Счастливого Рождества! Супергрузовик. Сегодня сочельник и жители автомобильного города ждут приезда Санта-Клауса. Погодите, кто это? Это может быть... Это не может быть он, не так ли? О, нет! Похоже, он попал в беду. Единственный выход спасти Рождество – это позвать супергрузовик на помощь. Карл! Карл, у нас беда! Сани Санта-Клауса разбились, и тебе нужно спасти Рождество в автомобильном городе. Тебе стоит поскорее отправиться в пещеру и трансформироваться. Ты знаешь, в какую машину нужно трансформироваться, Карл? Ух ты! Ты теперь самые большие и самые красивые сани в мире! Ого! Супергрузовик! Похоже, нам нужно доставить очень много подарков. И как можно скорее. Вот так! Идеально! Это гараж Тома. А вот взлетная полоса. Это аэропорт. Похоже, Пенни и Гектор хорошо себя вели в этом году. А вот и больница. Там Эмбер. Она спит. Малыши-машинки будут очень рады новым качелям. Ты это сделал, супергрузовик! Ты осчастливил многих жителей автомобильного города. И в частности еще одного. Отличная работа, супергрузовик! До свидания, друзья!
С праздником! До новых встреч! Поезд по имени Трой. Привет, Трой! Какой прекрасный день для поездки в железнодорожный город! Привет, Тео! Ты устанавливаешь рождественскую елку? Почему же тогда вы все такие угрюмые? А, понятно. Рождество без снега разочаровывает. Отличная идея, Трой. Давай поедем и посмотрим, что Тедди может сделать. Привет, Тедди! Трою нужно немного снега в железнодорожном городе. Есть какие-нибудь идеи? Хоу, это здорово! Тогда приступим! Ух ты, Трой! Тедди установил тебе снежную пушку! Молодец, Тедди! Это согреет Троя и придаст ему рождественское настроение! Пора приниматься за работу, Трой! Еще увидимся, Тедди! Ух ты, как здорово! Железнодорожному городу это понравится! Смотрите все, Трой нашел способ устроить вам снежное Рождество! Ой, по-моему, ты немного перестарался, Трой. Ха-ха, Тео снова чистый. Пора отправляться домой, Трой. О, нет, Трой, как же ты доберешься до дома, если рельсы покрыты снегом? Снегоочиститель, который установил тебе Тедди, сметет снег с пути.
Замечательно! Пока, Трой! До новых встреч! Пока, Тедди! Спасибо тебе за помощь! Автопатруль. Привет, малыши-машинки! Разве уже не слишком поздно, чтобы гулять на улице, даже несмотря на то, что сегодня сочельник? Нет смысла ждать Санта-Клауса. Он приходит только тогда, когда его никто не видит. Эй, Мэтт! Санта-Клаусу нужна помощь автомобильного патруля. Он привез подарки, но малыши-машинки до сих пор не уснули. Хоу! Тогда если Гектор на каникулах, а Фрэнк на спецзадании, кажется, тебе придется укладывать их спать. Оу, понятно. Мэтт заставляет малышей делать упражнения, чтобы они устали. Ох, бедняга Мэтт. Он выглядит более уставшим, чем малыши-машинки. Тебе стоит попробовать какой-нибудь другой способ. Отличная идея, Мэтт. Бутылка молока для каждого должна настроить их на сон. Не могу поверить, что малыши после всего этого до сих пор не спят. Может, попробуешь рассказать малышам сказку на ночь, Мэтт? Это работает! Wow.
Кажется, Мэтт тоже скоро уснет. Вы думаете, это может быть Санта? Санта-Клаус никому не позволяет себя увидеть. С Рождеством, друзья! Хо-хо-хо! Строительная бригада. Ух ты, автомобильный город так красиво украшен к праздникам! Детки, вы отлично потрудились над снеговиками. Привет, друзья! Хорошая мысль. Большая рождественская елка будет прекрасно смотреться в центре города. Что думаете, ребята? Хорошо. За работу! Вот здесь хорошее место для елки, друзья. Эдгар, можешь выкопать здесь яму? Вот дела. Мне кажется, здесь есть работенка для снегоуборщика Сэма. Сэм, строительной бригаде нужна твоя помощь. А вот и Сэм. Спасибо, что так быстро добрался. Можешь здесь убрать снег? Прекрасно! Благодарим тебя за помощь, Сэм! Превосходно, Эдгар! Теперь нам нужно поставить нашу елку в эту яму. Фрэнсис, ты точно уверена, что это рождественская елка? Неплохая идея, Эдгар. Эта пальма отлично украсит твой дом. Чарли, поможешь установить ель? А потом Эдгар присыпет яму. Прекрасная работа в команде, друзья. Наша елка просто великолепно выглядит. А теперь давайте повесим гирлянды. Привет, Чак! Спасибо за помощь! Вот дела! Но ничего, Эдгар, сейчас Чак тебя очистит. Давайте попробуем еще раз, друзья. Вот, совсем другое дело. Почти все на местах. Мне кажется, не хватает еще деталей. Ух ты, малыши привезли игрушки для нашей елки. Ну что, ребята, давайте же нарядим нашу праздничную елку. Вот это да! Просто невероятно, как ты справляешься, малышка Фрэнсис! Итак, пора включать огни. Давайте-ка все станем в круг. Привет, новоприбывшие! Как вам рождественская ель, которую поставила наша строительная бригада? Пора зажечь свет. Эдгар, окажи нам честь. О, нет! Берегитесь! Наша елка падает! Фух, обошлось!
Кажется, пронесло, ребята. Ух ты! Какая красота! Друзья, у нас получилась отличная рождественская елка. Строительная бригада, задание выполнено. С Рождеством вас! Всех с наступающим Рождеством, друзья! Скоро увидимся снова! Эвакуатор Том. Добрый вечер, Том! Какая прекрасная праздничная елка у тебя! Ух ты, как красиво! Похоже, Том не единственный, кто украшает все вокруг к Рождеству. Привет, Чак! Чем занимаешься? Готовишь улицы автомобильного города к Рождеству? Так я и думал. Кажется, здесь уже достаточно украшений. Давай поедем на другую улицу. Как думаешь? О, нет, Чак! Что случилось? Похоже, что-то сломалось, Чак. Так не вовремя. Тебе же нужно до завтра украсить весь город. Том! Эй, Том! Автоподъемник Чак сломался. Ему нужна твоя помощь. Быстрее, Том! Ему необходимо украсить весь город до завтрашнего дня. Смотри, Чак! Том приехал тебе на помощь. Отлично. А теперь пора в гараж, Том. Так, с чего же мы начнем, Том? Двигатель выглядит как-то странно. Тебе не кажется, Том? Аккумуляторы! Здесь слишком много аккумуляторов для одной машины, не так ли, Том? Взгляни на это! Это не бензобак! Ну, конечно, Том! Чак – электромобиль! Ему не нужно топливо, чтобы ездить! Ему нужно электричество! К сожалению, у Тома только одна розетка. Так что сначала нужно выключить гирлянду. А теперь давай подключим в розетку вилку Чака, чтобы он немного подзарядился. Это сработало, ребята! Ха-ха, как здорово! Ну, конечно, Чак, сейчас не время отдыхать. Пора вернуться в город и закончить развешивать праздничное освещение на улицах. Том, ты не против немного помочь Чаку? Uh-huh.
Это просто великолепно, друзья! Счастливого Рождества всем! Хо-хо-хо! Супергрузовик! В автомобильном городе уже почти наступило Рождество. Еще каких-то 5 минут, и Санта появится, чтобы раздать подарки всем жителям на планете. Сьюзи, что случилось? Кажется, ты сильно торопишься. Санта не успевает упаковать все подарки, которые должен будет развести к Рождеству? Но уже почти полночь. Что же делать? Ну, конечно, нужно позвать супергрузовик на помощь. У него точно найдется решение проблемы. Карл, кое-кому нужна твоя помощь в автомобильном городе. Это Сьюзи, и Санте нужна помощь в упаковке подарков, которые он будет развозить на Рождество. Ты можешь их выручить? В какую машину ты будешь трансформироваться, Карл? Ну, конечно, в грузовик эльфов! Почти готово! Ух ты, Карл! Ты теперь гигантский грузовик, помощник Санты! Потрясающе! Сьюзи, без паники! Супергрузовик вот-вот прибудет! Ты права, Сьюзи, времени почти не осталось. Что мы будем делать, супергрузовик? Супергрузовик, ты остановил время! Невероятно! Правильно, Сьюзи, нельзя терять ни минуты. Забирайся на супергрузовик. Он мигом отвезет тебя на Северный полюс. Приехали, друзья. Смотрите, это должно быть подарки, которые нужно упаковать. Супергрузовик, ты будешь упаковывать подарки в своей специальной машине, а Сьюзи будет подвозить коробки.
Молодцы, ребята! У вас получилось! Нам нужно вернуться в кровати побыстрее, иначе Санта не сможет доставить все подарки, которые вы помогли ему упаковать. Вот мы и дома, друзья. Спасибо, что спас Рождество, супергрузовик. Счастливого Рождества! Счастливого Рождества всем вам! Поезд по имени Трой. Доброе утро! Ты явно очень взволнован предстоящим Рождеством, Трой. Хоу, как мне нравится эта песня! Ух ты! Ёлка в этом году просто потрясающая! Тейлор мечтает о новых колесах на Рождество. А ты о чем мечтаешь, Трой? Чтобы все твои друзья встретили Рождество вместе с тобой? Какое чудесное желание, Трой! Как же нам исполнить его? Тедди, Трою нужно очень быстро подготовиться к Рождеству. Ты можешь ему немножко помочь? Отлично, приступим. Ого, Трой, ты выглядишь просто потрясающе! Тедди превратил тебя в рождественского эльфа! Хорошая мысль, Тедди. Нам понадобятся гирлянды, чтобы украсить елку. Еще увидимся, Тедди. Ну что же, Трой, давай-ка добавим нашему депо немного рождественского духа. Вот это да! Невероятно! Эти гирлянды очень красивые.
И последний штрих. Отличная работа, Трой! Она выглядит красивее, чем главная елка железнодорожного города. Осталось только положить подарки. Ого! Взгляни на эти подарки! Все будут очень рады! Ой-ой, Трой, у нас закончилась оберточная бумага. Что же теперь делать? Хоу, ну конечно, Тедди позаботился о запасных рулонах. Прекрасно поработал, Трой. Что теперь? Трой, кажется, ты все сделал, да? А, ты хочешь, чтобы твои друзья встретили Рождество вместе с тобой, не так ли? Привет, Тедди! Шляпа эльфа исполнит это особенное пожелание Троя? Ух ты! Здорово! Вау! Кажется, сработало! Трой, твое желание исполнилось! Счастливого Рождества, друзья! До новых встреч!